9 февраля 1945 года. 9 февраля наши войска овладели на побережье залива Фришгаф городом Фрауенбург, а также окружили город Эльбинг и вели бои по уничтожению гарнизона противника. В Будапеште советские войска заняли 15 кварталов. В боях за 8 февраля в западной части города Будда они взяли в плен свыше 900 немецких солдат и офицеров. За 9 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 70 самолетов противника.